С Россией нужно дружить. Вот я вижу некоторые декларации, там, убийца, там, преступник и так далее. Вы знаете, о чем я сейчас говорю. Политических больших боссов мировых. Слушайте, но потом придется с этим человеком встречаться. Ну, кризис же пройдет. Не надо пускаться в такие высказывания. И тем более, я сейчас вернусь к Молдове. Нам нужно дружить с Россией, с Путиным, с Макроном, с Шольцем. Со всеми нужно дружить. Пройдет этот период, слушайте, пройдет. Но нам нужно оставлять ворота открытыми совсем.